Приветствую. Сегодня надо продолжить попытки одолеть это подземелье, попытаться узнать, что же за... Как их там зовут? Мангарды испортили местное метро, и можем ли мы что-нибудь с ними сделать сейчас? Так, подожди, а музыка где? Вот они, новогодние колокольчики полились. Ну, поехали. Что-то как-то темно. А, нет, уже не темно. Это загрузка пока было темно. Так, тут у нас какие обстоятельства? Мана и здоровье у всех вроде как в порядке. Так что пойдем дальше исследовать это место. Там вот эти вот какие-то колдуны, да, постоянно появлялись. Так, седьмой этаж. Так нами не зарисованы, потому что там были ужасные, жуткие чудовища. Альтари сейчас накастует на всех броню. Заранее. Обкастовываемся. Классическое обкастовывание. Ой, Альтари получил уровень. Приятно. За то, что всех обкастовала. Так, кто тут у нас владел заклинанием ускорения? Сарес. Все, пойдем. Попытаемся что-нибудь сделать. О, господи. Призрак. 4 бойца и 1 злая ведьма. Ну что, готовьтесь к чему-нибудь, я не знаю к чему. Выпью витаминку. Так, для начала надо, мне кажется, кислоту на ведьму. Давай так попытаемся. Отлично, ведьму вынесли. Так, я забыл включить дилей по клику. Не все успеваю читать. Так, ослабить. Так, вот сейчас важно. Я обнаружил, что в мануале, помимо прочего, есть еще всякие прикольные штуки, типа описание предметов, но и обратил внимание на описание заклинаний. На то, насколько членов вражеских групп оно работает. Вот, допустим, Руцио у нас... Кто по классу? Я вот не помню, если честно, кто он по классу. Энчантер, кажется, да. И ослабление работает на группу. Отлично, это то, что нужно. Отлично. Все четверо ослабли. Так, ты. Что можешь сделать ты, Маджишин? Паралайз. Вот. Сейчас уточним, насколько цели работает паралич. Паралич работает на одного оппонента. И очень ненадолго, на один ход, я подозреваю. Давайте парализуем пока призрака. Он мне не нравится что-то. Отлично. Так, что можешь сделать ты? Ты можешь вылечить Руцио. Иначе ему сейчас крындык наступит. Ты будешь бить. Давай вынесем призрака. Отлично, он вынесся. Так, одного из вариуров жахнули. Так, ты сделаешь паралич теперь на кого-нибудь из них. Есть один парализован. Ты кислотой. У нее маны не хватает. А хватит ли маны на Wither? Недостаточно МП. Блин. Давай. Бей. Хоть так.
Так, еще полечи, Руцио. Нам нужны все живые. Так, 6 хп Альтария минус. Осриван тоже 5 минус. Крепкие бойцы. Минус 1. Хорошо. Так, Руцио. Ты можешь страх, наверное, сделать. Так, а Викин на сколько работает? Викин. Викин работает на постоянку, на весь бой, как минимум. Вот что делает Грит, не знаю, возможно, увеличивает шанс подкупа. А страх? Давай страх на них наложим. А, потемнело, гляди-ка. Страх работает, кстати, на одного. Вносит тревогу и страх в оппонента. Работает тоже до конца боя, как минимум. Так, что ты можешь сделать? Ты можешь еще парализовать. Парализуй, пока можешь. Боец один сопротивляется параличу. Ну, кстати. А один уже отпустил свой паралич. Так, не ударило. Еще минус один. Лечи, лечи, лечи. Лечи, Пикику, лечи. Так, ты можешь накастовать свет, что он кончился. Продолжаем наш бой. Минус один. Так, броню никому не надо. Руцио. Руцио уже есть броня, у него просто ее дико мало в любом случае. Паралич опять на него. Есть, убит. 10 тысяч пиастра, офигеть. Так, срочно сейв. И валим нафиг. Фух, там голем, дырголем ходит. Валим восстанавливаться. Дилей по клику. Уходим нафиг. Блин, не ушли. Я боюсь, не справлюсь. Мне нужно их подкупить. 500, может, опять хватит. Тогда хватит 600 дам. Блин, они все еще стоят. Мы можем убежать? Нет. Бой неизбежен. Черт. Берсерк промахивается по Серес. Убивает Серес. Гуль пялится на Винвуда, но промахивается. Злая ведьма кастует заклинание на Винвуда, и Винвуд парализован. Гуль смотрит на Альтарию, наносит ей этим 9 урона. И 11 еще другим гулем. Как быть? А если все спрячутся, кстати? Есть ли такой вариант? Грю выстреливает облако спор в Осриван. И это наносит ей 6 урона. Я попытаюсь всех спрятать. Жить-то хочется, блин. Нет, я не прячусь, я не трус. Блин, идиотина кусок. Так, что делает Гроуп? Надо уточнить в мануале. О, какую-то серьезную бучу мы увидели и ввязались в нее не по своей воле, они сами на меня напали. Мог бы, ушел бы. Вот честное слово. Сейчас я найду.
По-моему, нет такого. Хотя вот в спешл что-то есть. Можно энчант, чтобы отвлечь или сконфузить оппонента. Нужно использовать только когда харизма персонажа больше, чем 20. Гроуп. О, это хватает. Хватать оппонента. Типа в борьбу, похоже, вводить. Контактную. Да, похоже на то. Но нам надо не это. Я попытаюсь очаровать, что делать. А то кого-то. Все группы очаровать. Берсерк игнорируют. Гуль тоже. Злая ведьма не вблизи. Гуль игнорирует. Второй тоже. Грю тоже. Голем тоже. Голем тоже. Голем тоже. Грю тоже. Голем кидает камень, не попадает. Ну, Винвода убьют, а мы вернемся. Нет, она тоже не хочет прятаться, блин. Давай бить тогда кого-нибудь. С кого бы начать? Големы, берсерки, гули, грю. Берсерки, они больно бьют. Големы, если попадают, тоже больно. Во-во-во. Сейчас еще попытаюсь откупиться. Никакой реакции, блин. Вин вот опять парализован. И камнем по нему на 18 хэп. Не нанес урона берсерку. Винвуд заболел на 4 урона. Джульетта, кстати, тоже больна. Ничего, смерть вас всех вылечит. А это мы есть? Нет. Не попадает по берсерку. Убежать. Можно убежать? Не получается. Не бежится отсюда. Плохо. Надо попытаться, не знаю, что-нибудь еще сделать. Ударили берсерка. Голем убивает Винвуда. Что же можешь сделать ты, жулька? Ну, только ход свой походить. Берсерки крепкие. Молить о пощаде будем сейчас. Нет, не помогло. Но она крепкая. Я не думаю, что есть шансы, что она все вытанчит. Она врагам наносит в среднем больше урона, чем они из заход. Но блин. У них здоровье дофигища. По-видимому. Ничего нельзя сделать. Можно сдаться, но это, наверное, смерть. Кстати, что будет, если сдаться?
Нет, что-то как-то стрёмно. Не, попытаюсь сдаться. Так. Так, а что случилось? Я сдался. И что случилось? Ну-ка, сейчас мы узнаем наши там деньги, не деньги. Деньги, шменьги. Ха, а денег-то и нет. Ладно. У нас двое мертвых. Сейчас с нами. Надо загрузиться. И попытаться убежать в этот раз. О, тут всего один гладиатор в этот раз. О, смотри-ка, похоже, можно немножечко выживать таким образом. Нельзя слишком много сейвлоудов делать, потому что игра будет за это наказывать. Она будет какие-то козни строить. Так, во всяком случае, написано в мануале. Она видит, когда мы это делаем, и хочет нас наказать за обузы. Можешь сделать ему кислоту? Не хватает МП. Ну, сейчас мы его добьем и свалим нафиг отсюда. Тупо заколотим. Еще 1000 пиастер нашли. Ой-ой-ой-ой-ой, две тени, один варлок. Почему? Зачем? Дайте мне уже отойти, отличиться. Что же вы делаете? Ну ладно, с тенями и варлоками, я думаю, мы еще совладаем. Тень касается Руцила, но это не накладывает никакого эффекта. Тень показывает пальцем на Руцила, тоже без эффекта. Так, ты, у тебя восстановились какие-нибудь вообще спелки? Нет. Маны все еще нет. Тогда защищайся. Бойцы будут биться, ты защищайся. В смысле, выберите группу? Защищаться от какой-то группы? А, понял. О, у Сарис снесли 17 хитпоинтов. Неприятно. Энчантер может освоить... А, у него тоже маны нет. Дефенд. Ты лечишь Сарис. Ух, жесть какая. Ну, возможно, выпутаемся сейчас из передряги. Так, ты что можешь сделать, дорогая? Парализовать. Ну, варлок что-то пока как-то не особо себя проявляет. Давайте запарализуем тени. Одну, естественно. А, так он еще и далеко. А паралич работает на каком расстоянии? Сейчас гляну. На 12 ярдах, а он на 2 дальше. Я все-таки на него нажал, получается. Так, атакуем теней пока что. А, ну да. Тени же первые в списке. Значит, вступил. Продолжаем. Лечим Саризу. Шадоу промахивается по Винвду. Шадоу бьет Руцио. Очень плохо. Руцио должен спрятаться. Тени крепкие, на удивление.
Варлок не смог скастовать заклинание на Винвуда. Ну давай тогда парализуем теней. По крайней мере одну. Ну что можешь делать ты? Защищайся. Защищайся. Атакуй теньку. Есть минус одна тень. У варлока проступила борода. Чернокнижнику мы сейчас ее пооборвем. Сэрис не оказалась под влиянием заклинания. Ты тоже защищаешься. А подожди, не защищайся. Ты можешь парализовать другую тень. Со мной уходит моя тень, как пелось в одной песне. Тень оттолкнула заклинание. Так ты все еще лечи, Сэрис. Она не может скастовать заклинание? Подожди, почему? Видимо, на нее что-то наложили. Тогда защищайся. Снова паралич. Так, Варлок кастует что-то на Джульетту. И Джульетта окружена ядовитым облаком. Неприятно. Так, ты все еще не можешь колдовать? Не может, блин. Добиваем тень, давайте. Вот, все еще не добито. Есть. Сейчас будем подходить. Сначала позащищаемся в этот ход всеми. Что он слишком далеко. И Джульетту жахнул на 20 хитпоинтов заклинанием. Жесткое заклинание. И Альтарию почти убил. И Осриван. Нифига себе, у него ауешный спелл. Жесть. Надо продвигаться к нему. Но это будет очень долго. Он может нас убить. Осриван тоже в еду. У него еще 4 хода. Винвуд испытывает жажду. Кастует что-то на Джульетту. Не получилось. Кастует что-то на Винвуда. Дух! Убит. Альтари убил. Сэрис убил. Ну и мы подошли. Джульетта ингульфирована антимагической сферой, понятно, так же, как и Осриван. Ну, а теперь мы можем с ними разобраться. Убил Джульетту. Мы не можем с ними разобраться. Черт, опять загружаться. Руцио один остался. Он спрятанный был. Он опять там себе теней накастовал, блин. Ну, что делать? Что делать? Бежать нельзя. Бой неизбежен. Руцио убит, все убиты. Вот так вот. Вот так вот бывает. Ну-ка, что нам сейчас судьба уготовит? По-моему, это был единственный вообще счастливый шанс, что нам встретился один гладиатор после рестарта. Ух, ух, ух. Валим, 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 валим. Хо-хо-хо. Похоже, свалили. Похоже, свалили. Жесть.
Вот это приключение. Игра сохранена. О, надо отдыхать. Потом опять спускаться. Ну, 8 ДНДшных часов, конечно же. Партия спит. Руцио, наколдуй-ка нам свет. Так, тут у нас уже ребята проголодались все, да? Сейчас мы тогда все и поедим. Тут есть удобная кнопка для этого. Так, консумировать. Есть вместе. Ну, партия поела. И выпить вместе. Все, мана у всех есть, все у всех хорошо. Это даже надо сейвом отметить. На троечку. Селест Вигейм. Спасибо. Сохранено. Фу-фу-фу-фу-фу. Вот это жестяночка пошла. Так, там опять какие-то черти. Попытаемся с этими чертями пообщаться. Всего лишь один какой-то wizard. Один колдунишка, чердеишка, волшебник. Файт. Мы его сейчас так заковыряем вообще. Так, он кастует спелку на всю пати. 15 дамага, 9 дамага, 12 дамага, 17 дамага, 11 дамага, 13. А ты чё жесткий такой? Ты не должен быть такой жесткий. Все, он убит. Сейчас полечимся. И 800 пиастер. Это неплохо, я думаю. Я за дверь опять встану. Там что-то какое-то топанье слышу. Так, спейлка. Хилка. Так, его до 28 лечить. У Сарис, кажется, 31 хп. Все, уточним. Скастуем дважды. Нет, у нее больше все-таки. Так, и Джульетту полечить. Так, у кого еще хп не хватает? Так, у Винвуда должно быть 70. У Альтари 48. У Осерон самой 47. Короче, всех еще лечить, лечить. Себя полечил, точно. У тебя меньше всего хп сейчас. Так, а сколько у тебя должно быть хп, кстати, что-то? Не глянул. 47, понятно. Пристесса 21 года.
Ну, еще разок хватит. Он одной хпшечки не достанет. Ну, что такое одна хпшечка вообще в наших измерениях? Так, Сарис можно долечить до 42. Ну или пока нормально, что у него маны уже не остается. Все, у него маны не остается совсем. Делаем сейв на троечку. Ну, кто-то топал. Кто-то топал. И вот опять апокастоваться или нет? Кстати, по поводу зелий. Так, сила 1, хил 15. Отрезвление 1, хил 8. Так, рефреш это не восстановление маны. Это, сейчас я прочитаю. Ну вот, кстати, вот полистал мануал, и вот это в том числе нашел. Описание некоторых предметов и зелий. И зелье рефреша освобождает от голода, жажды и усталости. Ну, пусть тоже будет, в общем-то. Ой, еще там кто-то появлялся. Вот опять они это делают. Ладно, спускаемся на самый злополучный этаж. В самом начале его обкастуемся опять. Всех обкастуем броней. Броня, я напомню, в системе этой игры делает следующее. Сейчас. Еще найдем. Вот. Armor класс определяет. Нет, от чего зависит написано. А вот что он определяет, это надо смотреть ниже. Сейчас гляну. Сейчас все скажу. Все проясним вообще. Armor класс. Показывает, как хорошо персонаж защищен от атак. Составляется из одежды и брони, от физической конституции в том числе еще. То есть это, по идее, уменьшение урона, а не шанс у ворота. Так, Руц его получает броню. Видишь, у него даже с бафом она, вот эта вот полоска, совсем маленькая, даже не становится менее темно-серой. Настолько он слабенький. У нас реально какой-то слабый зачарователь. Оказывается, Аксарис получает броню. И Жулька тоже. Жульета. Ну, это, кстати, не полностью исчезнувший свет. Но, похоже, постепенно угасает. Потому что, когда совсем нет света, мы видели, вообще ничего не видно. Так, все. Свет на всех. О, Сариван, ты можешь что-нибудь... Бафы есть? Бафов нет. Так, Уруцио.
Бафов нет. Ну тогда Сайрис еще наложит нам сейчас штук всяких. Ускорительных. Все, накастовали. Делаем отдельно сейчас опять сейв. На четверочку. И пойдем гулять. Там кто-то уже есть. Я уже вижу голема. Единый. Ой, три голема, два берсерка. Три гуля, одна ведьма. И два грю. Жесть. Что-то я не уверен, что это хорошая идея с ними биться. Как можно догадаться по некрасиво склеенной музыке и потемнению, к нам тут в студию люди заперлись прям посередине записи. Так что придется мне кусочек вырезать. Этого, конечно, никто не заметит. Заметят только темноту сраную и некрасиво склеенную музыку. Даже не вижу, с кем мы тут деремся. Берсерк не попал, хорошо. На кого бы кинуть кислоту? Голема, берсерка. Да не все какие-то неприятные. Все какие-то стрёмные. Начну, наверное, с тех, кто дальше стоит. Как, например, с той же ведьмы. Она, мне кажется, может пакости наделать. Убита. Гуль не попал. Так, ну ты свет кастуй. А хотя нафиг, да, слушай? Нафига нам сейчас свет? Мы можем ослабить кого-нибудь. Ослабить големов. Да, отлично. Все ослабли. Так, ты у нас сделаешь паралич. Кому? Гарри убили издалека или нет? Нет, мы гули парализуем одного, наверное. Хоть кого-то-то надо. Отлично. Бей. Посерван минус 6 хп. Бей. Грю реализует споры на Альтарио. Не надо, только я могу такое себе позволять с нашими женщинами в пати. Блин, у нее какие-то два статуса появились. Говняные. Статусы говна. Надо ее вылечить. А, у нее не хватает манапоинтов. У нее есть айтем? Нет? У нее нет айтема. Окей. А это у Альтарии, кажется, был светящаяся палочка. Светящаяся палочка. Чтобы можно было что-нибудь сделать. Ты, наверное, защищайся с той дырой. Или атакуй. Пусть она атакует. Нет, она будет защищаться. Вообще ничего не видно. Ладно, накастуешь свет. Как-то некомфортно. Вот забавно, бафы не сходили со временем, а свет кончался. Потому что время, как мы знаем, тут очень странно идет.
Сэрис убили почти. Можешь... Зелье, кстати, нельзя пить в бою, да? Похоже, нельзя. Так что ты, дорогуша... Нет, нам нельзя отказываться от твоей кислоты. Нет, 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 нельзя. Нам нужна кислота. И кислоту ты жахнешь по... Да тоже по берсеркам. Давай ты будешь по ним работать. Убита. Защищайся, ты ничего не сможешь. Нам нужно парализовать. Кажется, горю надо парализовать. Они споры неприятные накидывают. Оттолкнул заклинание. Chicken shit. Но с этим боем не повезло, похоже. Руцио убит. Споры навелись. Нужно убежать, пока можем. Нет. Все больны. Все избиение пошло уже опять. Ни одного гуля мы так и не вынесли. Так, давайте опять попытаемся провернуть трюк с прятками. Так, убежать мы не можем. Да? Помолим о пощаде. Но они монстры же, они не люди. Нет, да, не получилось. Это бесполезно. Прячьтесь, кто может. Остальные, ну что, умирать будут. Что делать? Четырех оживлять. Хотя там есть опция, типа, уйти, может получится. Мы попытаемся. Защищайся на всякий случай. Ну вот, тупо уйти, можно? Нет, нельзя. Тупо бан. Джульетта мертва. Винвуд, может, хоть одного с собой заберет. Не можем двигаться, потому что наши члены пати не способны утащить спящих или мертвых. Офигеть. Ну все, загрузочка. Это загрузочка. Однозначно.
Вот тут мы обкастовывались. А, нет, в этом мы еще тут. Да, мы отсюда выходили. Я там обкастовывался и сохранялся, но. Я сделаю это снова. А, это кто? Потому что часто загружаться же не стоит, поэтому обкастоваться лишний раз придется. Так, тихо-тихо, тебе не подходи. Стой на месте пока. Чудовище лесное, подземное. Броня почти у всех. Отлично. Сейчас надо быстренько на сервис переключиться. А, ну сейчас пока в паузе все равно, отлично. Спида. Все, теперь мы ускорены. Это заклинание повышает. Как оно называется? Dexterity класс и Skill класс. Сейчас мы о них тоже подробнее опять почитаем. Чтобы прояснить окончательно. Dexterity класс показывает, как хорошо мы отражаем атаки оппонента. Он составляется из защитных способностей, боевого опыта, уровня и брони. Так и Skill класс показывает, как скиллованы мы в нанесении ударов. Составляется из атак скилла, уровня и из оружия. Ну все понятно. Так, а weapon? Weapon. Что там weapon было? Weapon класс. Первый параметр. Первая полоска. Урон показывает. Зависит от оружия, силы и других факторов. Наступаем. Ух. Три призрака. Два злых рейнджера. Ну тут все понятно. Начинаем с кислоты. Причем по рейнджерам. Минус один. Альтерию на 16 жахнули. Неприятно. Спелку ослабления. Сейчас сделаем. На духов. Так, Альтария, дорогая моя. Шо ж ты так? Шо ж ты так? Давай запарализуем кого-нибудь. Ну, типа рейнджера. Ну вот. Бьем духов. А ты ничего не можешь. Ты защищайся. Хотя ты можешь ударить. Ну так. Для проформы. Но духи сильные. Они мажут еще, вот тоже мне нравится. Так, минус один дух. Так, ты кислотой по второму рейнджеру. Не убит. Но надо его добивать сейчас. Ого, у него больше ХП, похоже, сильно. Ничего себе, второй рейнджер все еще жив. Забавно. Давай же его добивать тогда, коль взялись. А,
парализовать какого-нибудь из Рейтов. А, он оттолкнул заклинание, понятно. Парализуем рейнджеров. Я не понял. Паралич вроде же работает только на одного кого-то. Но почему-то там было написано, что вот один оттолкнул, а другой парализован. Непонятно. Может, типа какой-нибудь бонусный шанс есть того, что она парализует больше одного. Я не против. Давай ты ослабишь рейнджера. И мы его добили. Кислотой пройдемся по духам. Минус один. Остался только один. Мне кажется, это тот, который парализован. Так, давай свет верни нам. Ну, хотя это еще относительно видно. Там на третьей стадии затухания надо кставать. Бей. 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 Есть. 5000. Сейв, срочно сейв. Блин, пока никто не пришел. И возвращаемся. Лечиться. За дверь. Наше главное место отдыха. Семерочка. Давайте 6 часов попробуем отдохнуть. Отдыхаем 6 часов. Так, ХП не восстановились, естественно. Вот кое-кто проголодался. Поедят все сейчас. Так, сначала свет на косту. Есть в темноте, это какой-то стрём вообще. Вот, теперь поедим все вместе. Ну-ка, все вместе. И выпьем все вместе. Сейчас поглядим, сколько у нас осталось припасов для таких занятий. Ну, один привальчик еще себе позволить можем. Это значит, надо возвращаться и идти за покупками, в общем-то. Да, так и сделаем. Тогда я развернусь в эту сторону. Делаю сейф уже на единичку. Здесь закончим. И выход. Да. Спасибо всем, кто сегодня попереживал за судьбы наших героев вместе со мной, Винвудом Альтари, Осриван Руцио, Сарис, Джульеттой. А на этом все. До свидания.